Меня зовут Катя, и вы на канале Aromatic Bubble. Сегодня вместе с вами я буду собирать букет из полураспустившихся пионов и роз. Букет мы будем собирать вот в такой вот белой маленькой корзиночке. У моей заказчицы 4 подруги. И бывает же такое совпадение, что они все родились в один день. И у меня такой заказ, что надо сделать 4 одинаковых букета, но чтобы они отличались по цветовой гамме. Поэтому сейчас я соберу с вами один из этих букетов и потом в конце видео покажу еще остальные 3, которые я собрала уже без вас. Итак, полураспустившиеся пионы. Это старенькая-старенькая форма из группы «Королева формы». Я даже не знаю, есть ли сейчас эта форма. И вот такие вот розочки. Это любимый такой у меня бутон из группы «Хобби форм». Корзиночки такие белые я приобретала в группе «Мастерская Маргариты». Вставила сюда кусочек пенопласта. Из зелени я буду под пионы использовать вот такие листья, а под розы стандартные вот такие вот. Пустоту в букете я буду занимать вот такой зеленью. И также буду использовать вот такие вот беленькие вставочки. Также по пожеланию заказчика в каждом букете должен быть топпер с днем рождения. Поэтому его мы с вами добавим в конце, когда уже соберем букет. Пенопласт никак закрывать я не буду. Он никак не просматривается сквозь плетение корзинки. Но, тем не менее, по краю я хочу пустить сизаль. Сквозь этот сизаль у нас не будет проглядывать пенопласт под цветами, и тем не менее он нам не будет мешать составлять букет. Ну, то есть, как знаете, когда шпажка натыкается на сизаль, да, где-то в центре, и ну никак не вставляется. Поэтому серединку я не заполняю, а просто вот так вот по периметру всей корзиночки. Все, что лишнее торчит, мы обязательно убираем, чтобы наш букет был опрятным. Все цветы я буду одевать на шпажки. Тейп-ленту я использовать не буду, потому что у нас сегодня много зелени. И также цветочки, ну, относительно глубоко утапливаются в корзиночку, поэтому шпажек видно не будет.
Вот что в итоге у меня получилось. И, как и обещала, покажу еще остальные букетики. Вот такая расцветка. Коралловые пионы, белые розы. Нежно-розовые пионы и коралловые розы. И вот это, наверное, моя самая такая любимая расцветка. Малиновые пионы и нежно-нежно-розовые розы. И вот такая красота у меня в итоге на столе. На сегодня у меня все. Большое спасибо, что посмотрели сегодняшнее видео. Я надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Оставайтесь со мной. Впереди вас ждут еще очень много новых интересных видео. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока!